Ямочный ремонт на дорогах Нарьян-Мара. Не рано ли? Эту тему, как и тему для предыдущего сюжета, выбрали для программы новости наши телезрители. Как выяснила наша съемочная группа, совсем не рано, а как раз вовремя. И вот почему. Работы по устранению аварийной ямочности на муниципальных дорогах Нарьян-Мара предприятие «Чистый город» начало в апреле, не дожидаясь летнего сезона. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое было закуплено в прошлом году. Рециклер, асфальторез и пластомаркер для нанесения дорожной разметки. Общая сумма закупок составила чуть больше 750 тысяч рублей. Технология такова. Старый слой асфальта, снятый с дорожного покрытия, теперь используется во второй раз. Он загружается в бункер рециклера, нагревается до необходимой температуры с добавлением вяжущих веществ. Этой смесью заполняются аварийные ямы на дорогах, а затем выравниваются. Дорожные работы проводятся с использованием навесного рециклера – устройства для повторного использования асфальтобетонной смеси. Оборудование установлено на тракторе «Беларус». Город действительно начал на экстренно-аварийных участках ямочный ремонт, но ямочный ремонт этот только для участков, которые представляют угрозу для безопасности дорожного движения. Значит, технология, которую они принимают, это технология литого асфальта. Ее разрешается применять до минус 10. Ну, понятно, что участки, которые ремонтируют таким образом, они не должны быть в воде, да, по крайней мере, влажность допускается, но вот лужи, да, которые сейчас есть, этого не допускается. Такая технология в Ненецком округе используется впервые. Использование рециклера позволяет экстренно устранять аварийную ямочность в осенне-весенний период после схода снега и осадков. Кроме того, нет зависимости от поставщика асфальта, поскольку ремонтным материалом служит использованный дорожный слой. За счет этого снижается стоимость работ, исключаются расходы на транспортировку материалов. Мы бы не поддерживали эту технологию, да, понимая, что это временное какое-то действие. Но мы прекрасно понимаем, что если в тех же, на этих дорогах, которые я назвала, останутся те ямы глубокие, то у нас может быть повреждение автомобилей, и, не дай бог, какие-то аварии могут возникнуть только из-за того, что мы имеем такие сложные дороги, которые в зимний период, к сожалению, пришли в ненормативное состояние. На предприятии отметили, что рециклер используется только для устранения ямочности, а не полноценного ремонта дорог. Александра Литкова, Антон Выдряков, телеканал «Север».